Какой красивый буксир. Это Роберт нажимает много раз курок. Роберт, полный! Вперед! Давай! Ты должен подъехать! Поворачивай туда! Куда? Туда! На площадку? Да! Это будет машина! Я уже ему купила игру, называется «Шашки». Даже книжку купил, как научить ребенка играть в шашки. Стол поставила в гостиной с шахматным полем. И даже нашла тренера онлайн по шашкам. Она сказала, не, ну раньше 5 не стоит, а ему только 3,5. Поэтому пока, наверное, не будем учить его играть в шашки. Пока он просто ему нравится что-то раскладывать. На самом деле очень необычно. Роберту нравится строить и из маленького лего, и из больших вот этих наборов гигаблок. Роберт соединяет колонны между собой опорами. Нет, вернее, так. Роберт соединяет колонны между собой балками, перекрытиями. Не пошел ни на качели, ни на карусели. Решил сразу строить. На две и дальше добавляй фару. Дворцом дворцов заманчивые своды. А мы были дороги. На край. Мы с Робертом купили большущий конструктор, 237 деталей, новый Кумен в Магнит Косметик за 900 рублей. Ничего себе. Так, и тут даже будет вертушка у нас выстреливаться. И вот мы собираем. Мы собрали верхнюю часть и нижнюю. Вот, у нас очень важная сейчас деталь с тобой. Мы соединили верх и низ. Но тебе нужно проверить. Кажется, у тебя не все прикрепилось хорошо. Надо проверить. Переворачиваем. Третье колесо. Где третье колесо? Смотри, справа от тебя. Справа. Где право? От права. Нет, это лево. От права. Да, вот справа внизу. Под рукой. На столе. Справа. Колесо. Маленькое. Около оранжевого человечка. Около оранжевого человечка? Около оранжевого человечка. Вот он. Оранжевый. Оранжевые штаны. Где ну, справа стоит? Оранжевые штаны. Вот там. Ну, на столе, право, а справа оранжевые штаны. И колесо. Понял. Ну, молодец, малыш. В шоке, Роберт, ты что, собираешь машину из 230 деталей? 3 года, 6 месяцев? 5 месяцев. Еще 6 нет. Вау, супер. А мы сейчас еще будем делать крючок с веревкой. Мамушку! Папа.
Охрана. А можно сниму стекло? Можно отсюда сниму стекло? Конечно. А то мне очень надо. Охрана. Встает охрана. Что переделаешь? Я тебе делаю фугу. Во что переделаешь? Переделаю пустогрины. Какие у тебя крутые машины-то? Раз, машина полицейская. Два, полицейская. Вау, это вообще крутая. Ну, я что-то потерялась, конечно. Да, она съемная была, одно потерялось. Ну, классно, у нее так даже вот бортик, да, откидывался, и капот. Ну, ничего, мы найдем. Мы возьмем металлоискатель и пойдем искать это колесо. Наверняка у него был металлический диск. Ты знаешь, кто-то бросил винец на палочке, взял снег. И он? Растаял. Конечно. Он там просто замерз. Да. И превратился в леденец от слова лед. Слушай, а может правда леденец от слова лед? Ну да. То есть взяли карамель, она заледенела, и стал он леденец. Точно. Я никогда не думала об этом, что луна, леденец от слова лед. Да, да, это была розовая луна. То есть леденец это замороженная карамель. А карамель это жжёный сахар. Жжёный сахар? Да, сахар. Чё? Ну ладно. Жжёный сахар, потому что. Да. Так о, вот. Это еще не открыется. Вот, это уже засохло. Да, засохло. А вот это еще не засохло. Ну, поиграй с этим тогда. Только ты не раскидывай, а то потом придется все это пылесосить. Ну, ладно, пойду поработаю. Вот наш супермобиль готов. У него есть такой прикольный вертолетик. У меня был похожая игрушка в Советском Союзе. Значит, мы установили палочку в дырочку. А-а-а! Тебе прям в глаз, Роб! Потихонечку, у тебя получится, ты научишься крутить ключик. Я в детстве все своих петушков, там, курочек заводила. Это, решили это, поиграть. Вот это сырка. Мы сюда добавить вот этот квадрат. Ну, это твоя личная инициатива. А так ты правильно собрал. Молодец. Чем лакомишься-то? Да, здесь мне риски и шоколад добавить. Ну, рыбу не добави. Ну, слава богу, без рыбы. Поэтому и вкусно. Да. С рыбой-то, наверное, было бы не так. Вкусно. Пальчики облежь. Да. Говори, куда идем? Туда. Зачем? Потому что там мы сидели. Что мы там будем делать? Ну, пойдем попробуем. Пойдем тут. Что? В канал? Ну, это, наверное, от старости оно подгнило и завалилось. А может, ветер сильный дул? Как ты на нее присядешь? Сяду на пенек. Съем пирожок. Садись со мной. Ирина!
Ну, конечно, может быть и паутина. Это же природа, Роберт. А пойдем туда? Давай. Корни? Да! Это корни? Да. Ой. Корни березы? Да. Ой. Ой. А мох-то где? Знать, можно будить. Почему? А мох, кстати, всегда, по-моему, на север растет. А ты удивился, что мох растет только с одной стороны? Посмотри. Мох растет справа. Значит, там север. Кстати, правильно, потому что солнце вот там запад, там север точно. Грипп-то? Да. Ну, поганка. Извини, к сожалению. Ну, ты иди смотри, может, какой грипп-то все-таки нам попадется. Не знаю, странно так, конечно. Вроде и тепло было, и дожди, чего грибов-то нет. Может, они спрятались от нас? Может, их надо позвать? Грибы! Вылезайте! Вылезайте! Пик, приходи! Посмотри, какие гигантские листья здесь растут. Иди посмотри. Я нашел карту клату. Ну, доставай тогда. Классная палка. Я так ждала момента, когда же ты наконец будешь ходить с палками, Роберт. Все мальчики ходят с палками. Им почему-то удивительно нравится ходить с палками, мальчикам. Ходить с палкой, бить все палкой. Может, не нужно покупать какой-нибудь конструктор? О, иди покажу мухоморище тебе. Что там мухоморище? Иди покажу мухоморище. А какое мухоморище? О, грибы! Так это же лес Бабьи-Яги, тут поганки и растут, и мухоморы. Иди покажу мухомор. Ну какой? Ну иди, найдешь. О! Смотри, тут много мухоморов, смотри. Мухомор! Где? Вот. Нет, вот маленький мухомор, смотри. Ну где? Вот. Что мухомор? Вот, вот маленький мухомор, смотри. Вот это мухомор. Вот это мухомор, видишь? О, это его папа! О, это его папа! Да, теперь иди покажу тебе большой мухомор. Дождались. Наконец-то Роберт стал играть, как настоящий пацан. Ну, пойдем прям туда. Видишь, какой у меня мухомор необычный, коричневый. Не красный, а коричневый. Там этот лес, мухоморный лес. Давай. Ах! Сбил его. Точно. А вот самый настоящий мухомор, Роберт, красный. О, вот это мухомор. Гигантский? Тише, тише, спал. Гигантский, Роб?
Роберт изображает Робин Гуда. Да, это подосиновики. Ну-ка, давай рви. Опа. Ох, какие они. Пойду удобные. Ой, какой красивый, смотри. Вот этот прям свеженький, а этот что-то поели немножко. Не, машину не клади, пожалуйста. Машина их может поцарапать. Ладно, Роберт, ты сам нашел? Да! Вау, какой гигантский. Подожди. Давай снимем его. Да? Снимаем? Да. О, какой большой. Давай вот там вот снизу. Да, вот так вот, да, снимай. Снимай. Давай, давай. Какой большой. Да он полкорзины у тебя занял. Класс. Да? Да. Так, ну давай смотри. Да ты что, Роберт, там еще один был? Да. Какой красивый подосиновик. Ты знаешь, что ты должен их с ногой собирать. Ты вот ножку оставляешь, а ножку тоже едят. И ножку брать тоже. Вообще у меня есть ножичек, мы сейчас будем ножичку срезать. Нежданно-негаданно мы с Робертом нашли немножко подосиновиков.